Внимание! Объявляем лауреатов премии 2011 года. Награды вручает председатель СПК, начальник Ингудулиногорскнефть Рафаэль Саидович Нурмухаметов. Победителями конкурса «Юные дарования 2011» названы Масарян Аригнас, ученица 8 класса лицея номер 12, за успехи в творчестве. Мы поздравляем вас, а сейчас фото на память. Ты на кему, и ну так и нос дым сихим ума.